Приветствую вас, дорогие зрители, с вами канал Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как включить водяной знак на Redmi Note 10 Pro. Нажимаем в правый верхний угол, переходим в настройки и выбираем параметр водяной знак. Можно добавить водяной знак устройства, либо же дату и время фото. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!